Иностранное слово «спайс» в последнее время на слуху у всей страны. Количество отравившихся этим синтетическими курительными смесями по всей России исчисляется сотнями человек. Не обошла волна отравлений Чувашию. О том, как предупредить подобные случаи, говорили сегодня на заседании антинаркотической комиссии. Работу всех правоохранительных органов и спецслужб в Чувашии активизировали еще в конце сентября, когда стало известно о массовых отравлениях в нескольких регионах России. И это дало результаты. В октябре по стране начались задержания предполагаемых распространителей спайсов. В нашей республике у одного из бытчиков изъяли 8 килограмм товара. Таких больших партий на территории Чувашии, за все время существования правоохранительных органов не изымалось. Сумма изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 10 миллионов рублей. Следы ведут в Башкирию. Умельцы подпольных лабораторий постоянно следят за списками запрещенных веществ и делают такие формулы, чтобы формально спайс не попадал под запрет. И это не единственная сложность в перекрытии каналов поставок. Все эти вещества распространялись бесконтактным способом. Соответственно, оплата за эту услугу была тоже через платежный терминал на электронные кошельки. Совместно с наркоконтролем мы уже научились, собственно говоря, реагировать и выявлять эти преступления и документировать их. Поэтому в ходе проведенных мероприятий только за последний месяц полиция непосредственно задержана было 3 сбытчика психоактивных веществ непосредственно и 7 сбытчиков наркотических веществ. Популярность синтетических наркотиков обусловлена в первую очередь низкой стоимостью, отмечают специалисты. Распространение они получают в основном среди молодежи. Так, в Чувашии 100 с лишним человек, которые обратились за помощью, 48 пришлось госпитализировать. 15 из них несовершеннолетние. Глава Чувашии отметил, помимо прочих мер, необходимо усилить профилактику. В особом внимании нуждаются школьники старших классов и ученики вечерних школ. Ольга Пырочкина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков. Республика.